Приветствую вас, друзья! Привет, YouTube! Вот сегодня у нас опять на обзоре будут очки. Вы все знаете, что я фанатею по очкам. Заказал очередную пару, которую мы с вами сейчас и посмотрим. Так. Как-то все заклеено. Здорово. Ладно, мы сделаем по-зверски. Таким вот образом. Так, по этой посылочке отдельная история. Так, крутим, разворачиваем. Очки приходят. Я заказал минимальный комплект без чехла, так как мне чехол не нужен, вот этот жесткий корпус, все это дело. А поставляется очень в красивой коробке, если заказать там подороже. В красивом чехле все, то есть соответственно на уровне, я бы сказал, то есть очень все качественно и красиво поставляется. Так, итак, мы имеем такой вот похожий, не знаю на что, какой-то шелк, что ли, пакетик, мешочек. Так, у нас какая-то Fury Color, это ихняя такая магазинная эмблема, наверное, вам всем видно. Так, друзья, извините за мои вот эти руки. Люблю черешни кушать. Они сильно мажутся. Так, здесь у нас что? Замшевая тряпочка для, видимо, протирания. Да очень, друзья, нежная тряпочка. Еще такой мне ни разу, честно скажу, не встречалось. Опять же логотип. Опять логотип компании или магазина. Магазина, по-моему. Вот, ну очень такая нежная, нежная-принежная тряпочка для протирания, собственно, очков. Итак, друзья, и сами у нас виновники торжества. Это вот такие вот. Заказывал синие. Смотрите, все упаковано, каждая дужка в отдельный пакетик. Все это мусор. Так, что у нас здесь? Здесь мы это все делать тоже снимаем. Заказал такие вот авиаторы. Мне понравились синие, так как черных уже как-то наелся. Желтые вечером ездить, а вот такие синие. Не знаю, мне пойдут, не пойдут. Это вы пишите в комментариях. Опять же, то есть UV-400, 100% Protection. И что там дальше? Ультрафиолет. Ну, написано, что не пропускает ультрафиолет. Очки поляризованные. К сожалению, нам этот пробничек не пришел на поляризацию. Вот. Вот с этой стороны они как бы зеленые. Я надеюсь, вам видно. Зеленого цвета, а отсюда синие. Значит, что у нас по габаритным размерам? Вроде бы все красиво и четко. Давайте я вот так вот ближе покажу. То есть нигде никаких скосов, перекосов нет. Давайте смотреть так. Так, ну, 99% нормально. Немножечко есть такой небольшой перекосик, но не критично абсолютно. Дужки тоненькие, петли на винтах, не знаю, поймает камера, поймала, вот такие винтики у нас, петля не отпружинивает, как на наших старых из прошлых обзоров очков, но в принципе сделано добротно, все красиво и четко. Вот опять же поближе я вам покажу все это дело. Вот что собой представляет у нас силикончики эти вот на переносицу. Так, что ж ты не хочешь брать? Вот так будет, наверное, хорошо. Все дело припаяно, приварено. Ну, надеюсь, прослужат, если, конечно, опять же, я на них не сяду. Вот такие очки. Да, друзья, и что в них, в этих очках, меня, так сказать, удивило и что сподвигло меня купить? Так это, друзья, настоящие стеклянные линзы. Вот, покупал эти очки. Думаю, дай-ка я спрошу у продавца, а вдруг он мне пришлет линзу, дабы разбить ее и показать вам, друзья. Я был на 100% уверен, что продавец меня просто-напросто пошлет подальше. Но он написал: «Хорошо, друг, я пришлю тебе одну линзу». И вот, смотрим.
Линза, правда, не синяя, но вы сами понимаете, это все уже наносится. Линза пришла к нам вот такая вот. Я надеюсь, что это к этим очкам, как вы понимаете. Вот темные очки могут быть. Ну, эти зеленоватые какие-то должны были быть. Здесь же у нас все подходит. То есть, эта линза именно от этих очков. И именно от этого продавца вы сами видели, что все было в одной посылке. Вот. Дабы показать вам, мне стало очень интересно. Сейчас мы эту линзу с вами разобьем. И посмотрим, стекло это или не стекло. Для этого воспользуемся чистым белым листом. Так, чистым белым листом ложим нашу линзу. Так, камеру я немножко опущу. Ложим линзу. Накрываем. Так, где мои плоскогубцы? Дабы было надежно все это дело. Ну что, друзья, момент истины, как я говорю. Пожалуйста, рассыпалось все. Вот, вы слышите, наверное, и по звуку, что это настоящее стекло. Вы сами понимаете, что на AliExpress, на сайте AliExpress очень мало очков с настоящими стеклянными линзами. Вот, эти очки мне попались под руку, так сказать, и я их решился купить. Так, друзья, еще я забыл померить размеры. Давайте мы с вами померяем все размеры буквально, так как люди интересуются, пишут, звонят. И так далее. Поэтому мы с вами все как бы промеряем. Немножко примерно. Так, линза это ширина 59. Ну, может даже 60. Вот так будет правильно. 60, да. Значит, ширина вот эта 50,5. Так, как же тут правильно померить? Я не знаю. Давайте я и так померяю, и этак. Так, вот на переносицу центры беру вот этих вот силиконок. Это будет 24,5. Давайте этот размер тоже мы возьмем. 14,07. Надеюсь, видно. Общий размер очков. Общий размер. Блин, наверное, я и не раздвину так. Ага, раздвинул. Вот от петли до петли у нас 14, грубо, с половиной. От окуляра до... От края окуляра до края окуляра. Блин, так же неудобно. Опля, так. Вот так. 134,5. Так, что, друзья, еще померить? Дужка до изгиба замеряем. Вот до середины изгиба. Вот примерно давайте вот на таком расстоянии. Это будет, ну, будем считать 103. И полностью дужка. Вот примерно что-то так. Да, точно так. Это 136,91. Больше, в принципе, размеров. Я не знаю, что и померить. Больше я не знаю. Но очки реально классные. Реально суперские. Все, наверное, вы все сами видели. Давайте еще сходим с вами на улицу. Я их примерю. И вы мне напишите в комментарии, как они мне идут, не идут. Выбросить в мусорку или носить. Или кому-то подарить. Все, друзья, пошли на улицу. Итак, друзья, вот мы с вами сейчас находимся на улице. Одеваю я очки. Перед этим я, соответственно, посмотрелся в зеркало дома, конечно же. Давайте я, наверное, отвернусь пока. Посмотрел в зеркало, и мне, как показалось, можно для меня, лично для моего типа лица, хотя, ну, там, мне кажется, можно очки немножко, чтобы были побольше и пошире. Вот, ну, в принципе, мне понравились, носить можно, все четко, все красиво. Так, теперь, что касаемо солнца. На солнце я могу смотреть, не прищуриваясь, то есть, ну, не так долго, но реально. То есть очки свою роль выполняют полностью. Какой еще большой плюс? Плюс такой, что вот боковое зрение как бы открыто, поле. Вот. И настолько большая разница с естественным, так сказать, светом, цветом
И разница с тем, что я вижу через очки. То есть через очки я вижу очень все четко, в сочных таких цветах. Нет этой вот, как сказать, переливов, отливов. Там бывает где-то лужа воды. Но сейчас у нас, так сказать, засуха, воды нет. Но все равно отражение от разных листочков, от того, от сего, все это искажает. А здесь же все очень красиво и достойно. Итак, друзья, решил вам продемонстрировать. Вот так наполовину одел очки на камеру, чтобы вы могли посмотреть, как же работают эти очки. Вот заметьте, листья тыквы излучают такой яркий, размытый свет белый. А когда мы будем смотреть через очки, мы все листики, все очертания просто-напросто можем видеть красиво. Так, как же они мне тут всплывают. Вот. И на самом деле, друзья, это все немножко не так, это немножко лучше и красивее, соответственно. Не знаю, почему камера не может передать все это дело, но на самом деле все это намного красивее, насыщенней и с четкими очертаниями контуров. Вот очки, чтобы вы не думали, что я там чем-то другим прикрываю. Еще разок. Вот так. Ну, на яркое солнце давайте попробуем. Так, как же нам тут? Вот так и вот так. Надеюсь, друзья, все всем понятно. Теперь давайте покажу вам, как это все дело у нас выглядит сбоку, эти очки. Ну, друзья, опять напоминаю, не забудьте написать, как мне эти очки идут, не идут. Вот, как по мне, опять же, я повторю, что может быть немножко пошире. Ну, все это мелочи, в принципе. Наверное, я вам уже все рассказал и показал. Очки, в принципе, советую, рекомендую даже, не побоясь этого слова. На этом хочу с вами проститься. Ставим пальцы кверху, кому вам понравилось. Ссылочка на данный товар, как всегда, в описании под видео. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик. На этом всем пока, до новых видео, до новых встреч, друзья. We'll be right back.